Приветствую вас. И действительно, ситуация достаточно тяжелая. Я так понимаю, что свой вопрос вы задаете потому, что как бы находясь с ребенком, вы не можете уйти от мужчины и не можете, но при этом будет очень серьезный удар по вашему доходу. И вместе с тем, формально, мужчина действительно ничего вам не должен, потому что он не официальный муж. Понимаете, он обязан содержать своего ребенка. И максимум, что вы можете от него потребовать, это выплату алиментов. Если будет установлено отцовство, если потребуется то в суде, экспертиза, вот, вы можете потребовать у него алиментов. Ну, а естественно, жить вместе с человеком, который говорит вам такие вещи, не стоит, потому что ничего хорошего из этих отношений у вас не получится. Мужчина осознает, что вы зависимы от него, но при этом он вам ничего не должен. Ну, потому что ваши отношения никак формально не закреплены. И поэтому, чувствуя свою безнаказанность, он ведет себя подобным образом. Думаю, что у вас есть только один вариант в этой ситуации. Это уходить от него, ребенка он вряд ли у вас будет отбирать. Но алименты у него обязательно вам нужно отсуживать, просто потому что это будет помощь вам в обеспечении себя и ребенка. В принципе, на этом, думаю, можно закончить, потому что больше вопросов вы не задавали. Если появятся какие-то дополнительные, обращайтесь ко мне в личку, я вам помогу. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.